Привет! Сегодня я хочу рассказать о том, как перестать быть зависимым от плановых отключений горячей воды и обеспечить свой дом или дачу горячей водой круглый год. В этом вам поможет электрический накопительный водонагреватель Балю серии Primex. Водонагреватель с жемчужно-белым полуматовым покрытием будет отлично смотреться как в ванной комнате, так и на кухне. Внутренний бак с мощным нагревательным элементом защищен от накипи. Магниевый анод защищает весь внутренний бак от образования очагов коррозии, а специальный эко-режим подогревает воду до 55 градусов, при которых уже происходит обеззараживание, но еще не образуется накипь. Использование режима эко сокращает расход электроэнергии и увеличивает ресурс работы нагревательного элемента. Термометр водонагревателя Балю серии Primex показывает температуру воды во внутреннем баке. Управлять температурой воды можно удобным регулятором, который находится на нижней части прибора. Широкий модельный ряд дает вам возможность подобрать водонагреватель конкретно для вашего дома. Все водонагреватели Балю серии Primex обладают многоступенчатой системой безопасности, в которую входят защита от перегрева, защита от сухого нагрева и защита от избыточного давления, а внутренние баки защищены 5-летней гарантией, чтобы ничто не мешало вам наслаждаться горячей водой у вас дома круглый год.